Доброе утро! Сегодня 20 октября. Смотрите, небольшой шторм на море. Вон какие волны. В Сочи уже солнце. У нас тоже начинает пробиваться солнышко местами. Девять часов утра. Здесь мы делаем зарядку. Я надела купальник, думала искупаться. Но смотрите, какой ветер. И холодный. О, в горах лег снег. Видите, значит, у нас дождь заканчивается. Все. Будет солнце. Будет солнце, буду купаться. Вода, потому что еще теплая. Воздух холодный, а вода еще теплая, море не остыло. А там дождь, конечно, смотрите. Там все затянуто тучами.